Привет, ребята! Это Кинокайф Европа Плюс. Меня зовут Сергей Андреев. И сегодня мы смотрим нового Человека-паука. История, созданная заново. Скажите мне, боитесь пауков? Пауков что-то не сильно как-то. У нас сегодня 10 спецакций будет. Мы сейчас всех накрываем паутиной. Самое время уходить. Привет, ты боишься пауков? Нет, ни в коем случае. Ты знаешь, сегодня у нас специальная акция, мы показываем Человека-паука на финском языке. Ты останешься? Ты боишься диджеев Европа Плюс? Нет, я такой милый, не боюсь. А что ждете от новой части? Ведь это же, по сути, та же самая история, только отснятая заново. Ну, я ожидаю то, что будет какой-нибудь экшен. Будет новый главный герой. А здесь, я думаю, будет как драйвово, так динамика. Ну что, у нас, как обычно, перед любым кинокайфом случается раздача подарков. Я сейчас вам буду задавать вопросы. Тот, кто первым правильно ответит на каждый из них, тот, соответственно, получит подарок. Всегда веришь полиции, да? За тобой охотятся 500 полицейских. Целых 500? Что-то маловато. Если хочешь угнать машину, не одевайся как придурок. Это нож? Нет, только не нож. Кто ты такой? Ну что, мы это сделали, мы посмотрели нового Человека-паука. Давайте выясним у наших слушателей, как им этот фильм. Классный вообще. Хороший фильм. Вот жена говорит, что она плакала даже. Да, у меня сейчас такое положение. Плакала, потому что закончился? Нет, потому что были моменты очень интересные. У нас есть подрастающий Спайдермен. Ты будешь сниматься в фильмах, когда вырастешь? Да. Действительно, по-новому смотрится этот фильм. Состоялся очередной Кинокайф Европа Плюс. Ну, вы видите, я под впечатлением. Вы слышали все. Люди тоже под впечатлением. Так что обязательно посмотрите Человека-паука, нового Человека-паука в кинотеатрах. Ну и, конечно, участвуйте в наших кинорозыгрышах. Новый Кинокайф не за горами. Пока! Новый Человек-паук. Европа Плюс. Номер один в России. Европа Плюс. Европа.